прозрение будет ужасным, просто ужасным. Да хотя бы просто опубликованные, вслух сказанные реальные цифры погибших на этой войне, это будет такой чудовищный шок. Очень часто вспоминаю в связи с происходящим, что даже из Северной Кореи есть люди, которые бегут и прибегают в Южную Корею. У них есть психологи, у них есть реабилитологи, у них есть люди, которые помогают им получить профессию, но все равно уровень самоубийств среди этих беженцев в 1,5 раза выше, чем весь остальной уровень самоубийств по Южной Корее. Потому что даже если ты убежал, ты все равно никогда не сможешь осознать, как так получилось, в каком чудовищном вранье ты вырос, за какую жуткую чушь отдали жизнь твои там родители, как все люди горбатятся на настоящего урода морального. И все это тебе преподносилось как единственный способ существования. Справиться с этой травмой очень трудно.